4-месячный Данис сразу после рождения перенес серьезную операцию на сердце. Самарские врачи провели ювелирную работу. Теперь родители решили пройти медкомиссию у лучших кардиологов страны. Подправить нам, все исправить, соорудить, чтобы у нас не было проблем. А сейчас как чувствуете себя? Вот видите, хорошо. Консультации от лучших детских врачей страны получили 200 самарских детей. Прием шел прямо на борту теплохода «Александр Бенуа». На нем в Самару прибыли ведущие специалисты федеральных клиник Москвы – кардиологи, аллергологи, логопеды, иммунологи. Акции «Волна здоровья» проходят в столице региона в 10-й раз. Самара – это город с огромными медицинскими традициями. Самара – это город, где делаются практически все операции очень высокого уровня. Но при этом, конечно, в медицине всегда имеет значение второе мнение. Залог здоровья, профилактика и благоприятные условия жизни. Как отметил вице-губернатор Самарской области, качество жизни самарцев улучшается, и об этом говорят цифры. У нас очень хорошие демографические показатели. По итогам 2014 года мы впервые за 20 лет рождаемость у нас превысила естественный убыль населения. Волна здоровья захлестнет и молодежь. Им расскажут, покажут, как правильно жить, чтобы оставаться активным и бодрым. Пример для подражания – знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Для меня, вы знаете, здоровый образ жизни очень важен, потому что всю жизнь я провела в спорте, и я понимаю, что добиться можно всего, только если у тебя есть здоровье. И основной частью является профилактика всех заболеваний. А что мы можем делать? Только заниматься спортом. Возможностей для занятий спортом в Самаре все больше. В области постоянно открываются и расширяются новые спортивные комплексы и спортплощадки. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.